Здравствуйте! В игре от компании EA Sport FIFA 2007 вас приветствуют российские комментаторы Василий Уткин и Василий Соловьев. Кажется, игроки, как и я, ощущают всю важность того, что будет происходить сегодня на поле. Завоевание кубка, путь к кубку, огромная задача и огромное достижение. А самое интересное, мне кажется, что я даже знаю, что за команда выиграет этот кубок, но все карты сейчас раскрывать не буду. Им представляется отличный шанс, угловой. Мяч летит в штрафную. Просто необходимо выжать максимум из этой атаки. Хороший пас. Мяч в сетке. Поехали дальше. Счет 1-0. В перерыве, конечно, расслабиться не получится, потому что перевес в один мяч – это только полдела. Сумеет ли он прорваться к воротам? Вы смотрите, он защитников к тренировочным стойкам приравнивает. Тяжело в учении, легко в бою. Так говорится. Вратарь этой команды на тренировках не бездельничает. Мяч взят превосходно. Хорошая школа. Игрок побирает мяч. Мяч уходит за пределы поля. Удар от ворот. Нет, вы посмотрите, какой дриблинг. Никто мяч не отберет. Мяч был почти в воротах. Игрок не стоит на месте, он маневрирует. Он ищет возможность получить мяч. Хорошая длинная передача. Кажется, они решили взять ворота числом. Прекрасный шанс забить гол. Мне кажется, можно было и получше пробить. Будем считать это проверкой нервов вратаря. Игрок пропускает мяч. Очень точно, очень сильно, очень далеко. Хорошо. Искусный пас. Такие вещи нельзя прощать. Опасная атака. Отличный отбор. Нападение теряет мяч. Вратарь посылает мяч далеко вперед. Отличный удар. Мне кажется, он не посмотрел, куда бил. Хорошо сыграл вратарь, и во многом благодаря тому, какую удачную позицию он занял. Кто его ударил? Мяч пересек боковую линию. Это вбрасывание. Игра в пас. Нет свистка, можно играть. Мяч в ногах игрока линии обороны. Игроки вошли в ритм. Мяч будто сам находит партнера. Ворона с честью вышли из круга положения. Арбитр разрешает играть. Это должен быть гол.
Судья искренне хотел, чтобы атака, так прекрасно начавшаяся, завершилась голом, а она завершилась ничем. На пути мяча только голкипер. Пас, хорошо. Только один защитник остался на его пути. Хороший гол. Что это за защита? Дальний удар. Опасно! Вратарь отправляет мяч вперед. Такие дальние удары бывают очень опасны. Вот про такие удары и говорят, ни в какие ворота не лезет. Вы представьте себе ворота такие, чтобы такой удар влез. Конечно, игрок мог забить, просто ему не дали занять выгодную позицию. Работа у защитников такая, понимаете? Отлично! Интересное продолжение. И это реальный шанс забить. Между ними воротами только защитник и вратарь. Удачный пас в глубину поля. Защитник верно оценивает ситуацию. Какой шанс? Ну же! Великолепный шанс забить гол. Такая агрессивная игра в атаке. Хороший шанс забить. Игрок забивает гол. Команда ликует. И для этого есть все основания. Вы видели, какой гол? Какая великолепная игра. Теперь счет равный. Каким же будет исход этой встречи? У нападения множество вариантов. Очень жестко это выглядело со стороны, но арбитр, кажется, расценил как игровое нарушение и карточку не показывает. Это почти... Гол! Вы слышите? Мяч в ворота! Только бомбардиры по призванию могут забивать такие красивые, грамотные голы. Позиция выбрана прекрасно. Удар точнейший. Красота, а не футбол. Итак, 15 минут команды потратили на беседу с тренером. О чем же они договорились? Сейчас узнаем. И мяч уходит игроку, неприкрытому защитой. Мяч у защитника. И они получают право на угловой удар. Судья дает штрафной. Вот так так. Еще чуть-чуть и был бы пенальти. Ну же! Какой шанс? Арбитр назначает удар от ворот. Очень хорошо игрок сделал подачу.
Вокруг вообще не шевелится. You were one step behind instead of books on students' desks. Да, этого игрока сегодня не удержать. Фланговый навес. Удар от ворот, голкипер сам его наносит. Резкий пас. Сейчас главное быстро принять решение. Он отнимает мяч. Что они предпримут теперь? Давай же! Он бросился как под танк с гранатой и победил. И правильно. Нечего валандиться в центре поля. Хороший перевод мяча. Не торопится команда с развитием своей атаки. Надо же, сколько игроков участвует в атаке. Заблокировали. Да, лучше и нельзя было сыграть. Мяч все еще у них. Теперь мяч у защитника. Да, удачный пас. Из такого расстояния можно забить. Легко и непринужденно голкипер ловит этот мяч в воздухе, ну как на разминке. А вот и пас. Мяч может оказаться в воротах. Вбрасывает мяч вратарь. Хорошо разобрался. Удачная комбинация. Ну бей же! Я думал, мяч уже окажется в сетке, но уже! И все еще отстает эта команда. А ведь уже могли бы сравнять счет. Отличная защита. Да, он знает свое дело. Великолепная игра. Мяч как будто приклеен к ногам. Нужен один точный удар. Вратарь отразил удар. Удар блокирован. О, это не подкат. Это с ногами мяч вырван. Мяч на фланге. Можно подавать. Блестяще. После забитого мяча счет снова равный. Вообще ловить мяч. Из такого положения сделать это было невозможно. Счет
сравнялся. Теперь все придется начинать с нуля. Самое сложное сейчас точно рассчитать подачу. Ну что ж, это удар от ворот. Мяч находит свободного игрока. И мяч уходит в аут. Две минуты судья добавил. Хорошо разыграли на краю. Что дальше? Надо вырваться на оперативный простор. Какая небрежность! Остался один удар. Дополнительное время. Защитник верно оценивает ситуацию. Willy, Willy.